лоута. Советскую напомнила, даже запах такой, скажите. Это какой фирмы? Я сам по себе. Это, ага. Я имею в виду, что вот это так и называли. Такая подгоревшая, она постоянно была не с молока. Ну какая-то. Овсянка. Не каша, а это. Молочная такая. Я забыл, как ее. Постоянно в советском давали. Я не ваша. Все є, а на сам перешкоді. Ух ти, такі у вас рідкі фото. Я не знаю, как это сделать.